Где? На стриме? Да. Ну, блядь, он заебал какую-то хуйню писать. Так, стрип майн, нашел. Слушай, по-моему, там игра даже одна не началась. Какая? Третьего? Вот это Наруз и Хепко. О, боже. Они сидят, турнамент 2 на 2, короче. И там никого, кроме них, нету на хосте. Ну, заебись, чё. Я, короче, без тумана войны начал. Смотри, на базе тут слева один камень, сзади базы еще один камень, много камней еще тут, травы. Короче, на базе всего 4 камня, прям вот рядом, но все равно инжи должны походить чуть-чуть, чтобы взять их. Так, справа еще камень, и там и 3 экстрактора. Некоторые камни довольно труднодоступны, поэтому вот реально хорошо будет дропать на камни. Везде камни. Так, да, там Т2 ПГН с двумя этими самыми. Короче, стрим мой можешь посмотреть. И туда хорошо дропать из-за камней, кстати. Да, я смотрю. А, Т2 Масфабы. Щиты. Его... Щиты. Кстати, его можно захватить просто. Как ты думаешь? Давай, нужно посмотреть, сколько... Блин, я щиты не врубил. Это будет прикольно захватить Т2 Пекену и заебись. Тот, который под щитом? А, там нету их, да? Нет, подожди, по бокам. Ну, можно попробовать, чё. Блять. Короче, ману у реклейм. Мне знаешь, что бесит? Я вот не знаю, как работает вообще этот захват. Ну, он за энергию. Да, но если ты двумя инжами захватываешь, это же не быстрее. Нет. На центре есть два генератора. А, что я хотел проверить? Построить бомберов. И посмотреть, будут ли щиты защищать этот генератор. И надо проверить, сколько потребляет. А вот там между вот, двумя генераторами чё? Между двумя? Которые по углам. Херня, которая восстанавливает самолеты. И Т2 радар. И какая-то хуйня. Угу. Ну, это можно просто срекламить. Да, короче, тут дропы. Щиты не защищают, короче, под этой хуйней. То есть, сивилины там, они, короче, дружественные. То есть, бомбер там... Тьфу ты, бомбер. Так, подожди. Короче, там ничего не происходит, да? Всё на... У меня что-то потребляет 100 энергии. Теперь что-то потребляет 85 энергии. Подожди. 57 энергии. Все. Значит, когда захватываешь, потребляется 55 энергии. 55 энергии. Я начал захват в 8.30. Угу. Ебучий АИ, слышь? У меня на 9 минуте плюс 4 максимум. Уже 30 секунд прошло, очень мало захватил. Подожди, я не понимаю. А если я всеми захватываю? Потребляется... Блять, пидоры.
Мне такое ощущение, что быстрее, когда всех захватываешь. Ну, кстати, да, даже с ребром. Но смотри, сколько потребляется, пиздец. Ну, не знаю, мне кажется, одного дропнуть там пораньше, оставить на захват, и пусть я захватываю. И через пару минут... Но его бомбер может убить. Да, и через пару минут у тебя будет халявный тузвак покен. Да, то есть... Ну, я на самом деле, я... Вот, ну, ты можешь попробовать. Я буду свою стандартную хуйню. Какую? Короче, с айром. То есть генераторы, воздушные фабрики, генераторы, воздушные фабрики, генераторы, воздушные да, фабрики. Да, я тоже хочу жесткий аэрспан. И пока не загнется враг. Блин, я не посмотрел саму карту. Ну-ка, я на своем стриме такая... Слушай, подожди, они уже захостили нам. Так что заходим. И, знаешь, в чем фишка-то? В том, что там... Антивоздух не так легко распределить по всей карте. Угу. И, короче, можно вполне зажать их вот на начальных экстракторах на боль. Ну это я не уверен, это вряд ли, он может комом выйти и все. Ну а я против гладцев. Не уверен, кстати, что то, что мы будем делать, хорошо получится. Но если вдруг у нас что-то не получится, мы должны реклеймить. Ну, короче, мы сейчас мид берем. И получается, что меня не нравится, если мы захватим экстрактор, у нас и так небось энергии будет. Тьфу ты, экстрактор. Захватим эту хуйню, энергии у нас хватает. О, слышь, а может дабл тимнуть за пилота? Галы экономику делают. Да? А как ты его хочешь дабл тимнуть? Не знаю, дропать на него, бомберы на него, джестеры на него, истребители. Давай на него. Попробуем. А галу там, экономика там, сила. Ну хотя я не знаю, можно играть нормально, Можно наоборот галу дабл дропнуть. А зепилон будет там. Вот никогда не видел зепилот играешь на каких картах. Да, он наверное зафейлится, вот галцифера надо дропать. А, он слышишь, что пишет? Смотрю на превью. Слушай, ну короче, в любом случае, мы можем делать эко, но мы должны дропнуть инженеров там куда-нибудь. И взять эти камни. По крайней мере, вот ближайший остров, который на центре, мы должны взять эти камни по-любому. Mm-hmm. Еще нужно, вот тебе будет хорошо, если ты проскаутишь, что он там делает. Ты хорошо эти сбиваешь хуйни. Ну ты понял, да? Ну да. Так. Транспорты. О, 4, короче, этих. Смотри. Раз. Да, я вижу, два, ты себе смотри. Три. Лабы, я думаю, не надо делать. Да, тут. Только если, короче, ресов будет не хватать, совсем можно лаб построить, потому что... Они-то не потребляют. Я одного, короче, построю, так на удачу пошли просто. Вот этот хуйня, там рядом три камня, короче. Два внутри, один там где-то. Так, гидро делаю. Уже? Ну, инжом. Только делаю, чё? Первым, что ли, сразу? Первым жом, да, сука, ком пошел. И вторым инжом, походу. Да ёб твою, у меня тоже ком пошел. Сука. Мне кажется, у меня сейчас массы будет не хватать. Иди за реклеймом. Но не успеют еще. У меня уже начинается. Сука, инженер. Я не могу микрить, короче, свою хуйню, все.
Он с горки не стал реклеймить. Да, с горки нихуя не зареклеймится там. Надо уводить инжей с базы, иначе, короче, ком одним строю уже не хватает рез. Да, 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 да. Охренеть, я вообще очень хуёво начал. Я норм. Меня экстракторы не занят. Короче, транспорт делаю, похуй вообще, иначе массы не будет. Очень много энергии. Я помогаю делать инжей, потому что вот не хватает. Мне вообще массы не хватает. У меня очень мало. Блин, вообще хреново начал. Слишком много хуйни строишь. Всякой. Да, я знаю. Просто посылай инжей из базы. Я апу экстрактор, кстати. Нихуя себе. Ладно, я тоже. Ну ты уж сам там смотри. Да, в топку второй RFAC. Блин, дропнулся инж за 3-9 земель от камня. Ага, слушай, у тебя есть энергия? Нет, у меня в минус пошло. У меня тоже просто пиздец как. Ага, сбил скаута им. Есть что сбивать там? Мне так, скаута сбили. Даже перехватчик. Да, у Зепа перехватчик. Чё строит? Чё это такое, блядь? Перехватчик, что ли, ещё один? Так, куда дропать? Ещё. Блин, это классно, что у тебя есть транспорт. У меня вот нету транспорта. Меня проскаутили немножко. Так, ни хрена, у него 3 перехватчика. Ну и чё? Чё тут ещё делать-то? Короче, и, что-то я эко делаю, бомбер, слышь. Я еще и бомбер не сбил. Мне занять то, что между нами? Ну, я туда отправил. Я дропну просто. Если что, я передам. Я, короче, дропну сейчас на все эти экстракторы. Я захват... Начинаю захват. Энергии не хватает. Что происходит? Мой транспорт, сука. За пидор. У него один остался, может еще выживет. Да хоть. 4 хп. У меня массы много, слышь. Блин, у меня тоже. Ты галу скаутил?
скаунтил. Блять, сука. Что ты там делаешь? Блять. Ко мне что-то пробежало, слышь. Бомбера построй. Это скаут. Меньше половины захват. Я еще и в другом месте начну захватывать. Опа, он там дропнулся тоже. Слышу, у этого всего один экстрактор Т2. Уика бога нашего. Пиздец, нихуя. Всякая говна. Слышь, я там дропнул где-то. Так что тебе туда не надо уже идти. Чего, я тоже себе захочу. Хочешь, передам, господи. Чё? Хочешь, передам. Забей. У меня планы. Какие? Чё ты захватишь? Я уже захватил ведь. Кого захватил? Ладно, похуй. Вот это. Можешь инженера отменить команду. А, это, блин. Я так говорю. Про Т2-шный. Again. Зеп спам посылает. Да? Я, кстати, начинаю везде эти строить. У меня захват тоже радары пошел. Блять. Так, транспорт с 4 хп, что с ним делать? Не знаю. Смотри, у него уже 3 экстрактора. Да похуй вообще, у меня тоже. У эко-бога. Ну и у меня. Я еще 2 апаю. Так. Оп, он, оп-оп-оп. Зеп. Нужны где? Бомберы, всякая хуйня. Сейчас я 2 бомбера сделал. Поставил производиться. Можно устроить аэрфайт тогда. Он фабрику строит, слышь. Хуёво. Я туда рядом, короче, инжей дропну и буду строить там. Там бомбер. Вижу. О, он бомбанул одного инжа мне. Так, комната 2 апа. У меня 800 энергии. Ты захватил, да? Да. 300 энергии. Слушай, на миде не так уж... Оп-оп, айр. Отлично, айр выигран. Пока что, по крайней мере. Пока нет свифт-виндов. Такой хуйни. Все, короче, Т2Р по-любому надо. Да, я тоже собираюсь. Вот пидоры. У меня 1500 всего нареклеймлено.
У меня 960. У меня транспорт с этими, с 4 хп до сих пор жив. Так, где-то у меня инж. О, там сейчас бомбер кучу инжей будет убивать. Слушай, он построил турели там. Да. Вау. О, ну. Я сейчас еще один захвачу, слышь. Так, у меня тут air fight. Вот я его проигрываю, наверное. Можешь послать? Да. А хотя не, смотри-ка. Ага, у него вот тоже подкрепление. Ебать, за пилот ебанутый вообще. Слышь, еще один генератор я себе сейчас построю. Я могу ресы апать уже. Сука, радара нет. А, блядь, мой аэр. Мой аэр тоже. Да нет, он вне позиции, так скажем. Так, ганшипы готов. Один ганшип готов. Да, тоже строится. Я, короче, спрятался, короче, в этих севилиновских строениях. И хуяри его. Ха. Чё там, Гала? Эко-год? Убили мой транспорт. Так, что-то массы не хватает. Я по экстракторы, в общем-то. Я тоже. У меня 700 свободно, кстати. Давай кину. Часть. У меня 300 еще есть, у меня минус 20 идет. Вот, аэр. А че это? Это просто... Это его аэр? Да. Я ему сейчас Т2 экстракторы начну мочить. А, он мой бомбер все-таки убил. Блин, сколько там киллов было. Штук 10, наверное, сделал. Слушай, ресы апать буду я. Ну, хочешь апай? Апаю. Так, мне теперь энергия. Зеповский аэр. Свифт винды. Так он пришел, пиздец, как поздно. У тебя нету аэро? У тебя сколько фабрик? У меня сейчас 7 будет на Т1. Не, я что-то не это самое, я говно. Ну, делай Т3, не знаю. Я делаю раз, а потом уже будем смотреть. Короче, буду держаться твоего аэро. А мид я возьму. Я буду захватывать другие гены, короче. Может, тебе передать истребителей? Давай. Конечно, как я там сам буду, неизвестно. Надеюсь, меня не замерсят, по крайней мере. Ладно, так-то ты должен мне помогать тоже. Ресапать. Нет? Чё, тебе надо энергии? У меня минус 3000, короче. Ну, хотя у меня энергия на себя там хватает кое-как. О, сейчас зебовские эти самые буду вырезать. Давай, всеми моими тоже давай. Сука, мое микро. Вообще фейл просто. Ну, воздух я ему, по крайней мере, вырезал. Если есть энергия. Нет.
А он реклеймит Зеп, и он до сих пор не зареклеймил. Захватываешь, да, гены? Да, кстати говоря, это бы мне пригодилось бы, это самое. О, все, слышь. Заебись. Короче, Ctrl-K, ты один, который... Похуй, даже если инженер сдох. Ну, у меня куча вообще... Ты один воздуха. Все, делаю воздух. Давай агрессивную какую-нибудь хуйню делай, в том смысле, что... А я корсаров делаю уже. Заебись. А мне делать корсаров или... Давай ты три. И бомберы. У тебя с три корсара убивают. Да что я сделаю? Я пытаюсь улететь. Я вон, кстати, они на галловских инженерах. Галлы. У этого ганшипы тут. Короче, да, я делаю Т-3, но... Мне нужно будет больше фабрик. Гала тоже себе раз уже сделал. И у него будет два раза. Раз. Да. Смотри, прикол. Я ему сейчас просто вырежу все эти экстракторы ебучие. Давай. Хотя сначала надо... Я попробую ему ассисты схуярить. Он флаки хочет строить, мне кажется. Да, он уже строит. Так, я делаю асфов. Да, давай. АСФов. Он Т-3 воздух тоже делает. Так. Он у нас делает три воздух. Ладно, я тоже, короче, раз пошел. Попытаюсь ассисты ему. У меня плюс 500 только. У меня первый АСФ готов. Слушай, я весь свой спам поведу к запилоту, значит. Ну, мое эко круче, чем у него. Угу. Значит, я посылаю свои асфы тебе. Ну, буду просто... У меня энергии мало. Я, короче, перестал вообще даже ты один делать. Не, я чуть-чуть делаю, но я, наверное, буду скауты из этих, делать. Что-то я не рублю, что происходит. У меня слишком много масс. Тебе нужна? Можешь скинуть. На... Я сейчас Т3 буду массу делать. Ну да, вот это хороший совет, наверное. Как это назвать? Идея. Да. Мне тут 3 энергии нужна, очень. Так, у этого Swift Wind, и такое неплохое уже. У меня всего 5 SF, короче, считаю. Ни о чем вообще. Энергии не хватает. Да я туплюсь все еще. Че, есть еще масса? У меня 1,5, но я экстрактор делаю. Ок, ладно. У меня плюс 128. Короче, надо... У тебя сколько? Плюс 130. Прыгать до 180. У тебя экстракторов больше. Дебилизм меня не захватило нихуя.
Надо реклеймить Airfight, кстати. И вообще реклеймить. Все. Поактивнее. Так, первый ты приготов. 9 ESF пока всего лишь. Что угол эк-то есть. Да, первый три готов у меня. Я на второй должен. На второй чего? Т3. А, экстрактор. Я думал, я генератор сделал наконец-то. Фатал! У меня тоже. Это пиздец. Я не знаю, что рематч, наверное. Я, знаешь, что думаю? Замутить где-нибудь сзади дропчик и там юнитов наштамповать. Или не знаю. Фабрики за базы. Одной фабрики за глаза хватит. Вот эти экстракторы, которые вокруг да. базы. Кстати, да. Спамить одни, короче, эти зенитки просто. До экстрактора доехал, переключил, экстрактор убил. Да, ну вот знаешь, три фабрики построить вот так вот. Слушай, стрим 23 человека смотрит. Мне похуй, я упрусь, я не буду соглашаться ни на какую там ничью, если предложат ничего. Ты бы его мог просто заснайпить бомберами кома.
Какой-то пидор мне какую-то хуйню пишет. С чего, блядь? Вау, Шева уже сыграл с этим. И чё же теперь, а? Ну, сейчас посмотрим, чё там. Нам пока две победы засчитали. Турнамент. А, ну да. Турнамент лидер. Кстати, эта идея хорошая. Какая? Следующую карту играть. Переигрывать. Следующий. Да, мы на кроссфайре. Смотри, Шева, значит, чё Шева-то? Проиграли один раз, да? Да, но в любом случае... А кому случае... они проиграли? Подожди. Нам. А пи... Нет, они проиграли... А, они выиграли у People's Nerve, но они еще кому-то и проиграли, да? Нам они проиграли. Да, нам, точно. Ну, похуй. Фишка в том, что у нас лучшая ситуация, у нас еще нет этого поражения. Четвертая карта, да? Слушай, а как ее играть через флот? Через дроп. Через дроп, думаешь? Ну, ну да, хотя... А потом? Потом все-таки надо флот делать, по-моему. Угу. Не знаю, море выиграет батлшипы. Опять да, же, аэр. Блять, а мы шкибран, да? Да. Можно этими прийти, ходячими пидорами. Крузеров уже достаточно будет, чтобы запереть аэр. Угу. И можно, например, кирпичей наспамить. Ну, хрен его знает.
Что происходит? Что там происходит? Я не знаю. Что-то шевалер там паникует, непонятно. Скиф! Что такое? Что ты орешь? Это чувак из ГПГ, по-моему. Возможно... Блин, я не уверен. Он играет за Кибран. Сейчас приду, короче. Ага, все. Зипилот захостил. Все-таки Crossfire канал. Пицца, пицца, пицца. Слушай, а может не за Кибран идти? Другими крейсерами запереть. Плюс это они еще бы... и таймелить буду. Серафим хочешь? Серафим ОФЗ. ОФЗ. Главное, поставь меня против Галатсфера. Хорошо. Давай махнемся. По-моему, это два ганшипа можно. Подожди. Ты стоишь против Галатсфера. А, точно. Блин, ты ж пилот. Я туплю уже. Че, думаешь, опять воздух? Кибранский аэр. Ну, вообще, это воздух. Ты просто берешь воздух и занимаешь... По-моему, надо спамить на острове. Ты один, как считаешь? Ну, остров отнять, воздух выиграть, спамить вагнеров. Как тебе вариант такой? Это можно сделать, то есть за любую фракцию, правильно? Mm-hmm. Серафим обоим идти. Ну, вот этот пилот тебе будет аврорками доставать, конечно. Хуёрками. Вот. Бомбер ты один построил. 100%, да, heavy air. Что там пишут? Да тут все они heavy air, блин. Ну, прикольно. Короче, тут, кстати, транспорт, если вот тоже вот так вот раскидать по этим, по камням, тоже эпично выйдет. Галатсфер. Он уже играл на этой карте. Но ФФА. По крайней мере, я знаю, что хотя бы один раз он здесь уже играл. Короче, Коман этот остров посылать. По-любому, да? Естественно.
пусть он себе там черепашит и занимает свой, раскачивает свой остров, я займу другой. Просто Т2 флот больше, чем все что угодно, да? Угу. Ты думаешь этих все-таки пидоров, которые ходят? Я не знаю, я могу... Как думаешь, батлшип он достанет? Я боюсь просто, вдруг я затуплю за другую фракцию. Знаешь, как я мало играл за другие фракции. Подожди, а батлшип он достанет с воды? Достанет. Любой батлшип. Может, даже ионский достанет. Ну, у ионских есть эти самые, не батлшип, а другая хуйня. Знаешь, что реально опасность? Ну-ка. Если Гала сделает Т3 флот между ними... Но надо их выбивать оттуда. Чё, мне за Серафим? Ты хочешь? Одному хотя бы лучше за Серафим, чтобы дропы делать на флот. Ну, давай ты. Просто вот эта вот хуйня, у него там будет фабрик Т3 с кучей инжей. У меня просто так просто дойдут артухи туда. Пешком. По крайней мере, мне кажется, я бы смог тут, знаешь, вот эко, то есть, не знаю. Ну, по-моему, вот очень хорошо будет иметь аэр, потому что мы будем знать, что они делают, сколько у них хуйни на острове. Да. Значит, первые инженеры идут на реклейм. Блин, вот, кстати, тут сложно будет захуярить. Ну, я, значит, аэрфак строю. Да. Просто он быстрее инжей клепает. Так, у меня камень есть на острове. У тебя есть. У Галы есть. А у Зепа пропал. Кстати, хорошая фишка. Вот сюда просто инжа атакмувом посылаешь, он там хавает. Ну да, кстати. Ладно, первый фабрик у меня инжей спамит. Ему ближе до острова, чем мне. Такое ощущение прям. Не, тебе кажется. М? Тебе кажется. Тут эти кусочки одинаковые все. Ну, вообще-то нет, они мне кажутся. Да, не одинаковые. Они как бы по часовой чередуются, повторяются. Ты знаешь, где тут камни самые такие? Сзади где-то 5-6 камней каждой базы. Именно прям на земле еще. Раз, два, три, четыре, 5 камней. Позади. Раз, два. Как минимум 2-3 спереди. И вот по краям еще дохуища камней. Блин, массы нет. А у меня есть. У меня инж еще не начал. А, он начал, но он не рекламит камень. А, во, чуть-чуть рекламит. Я сказал. Так. Инжей
просто не хватает, жутко, да? Да не, у меня вроде ок. Скауты полетели. Я сначала истребитель все-таки. Я боюсь, у меня еще массы будет много. Поэтому мне нужно... Короче, это помогать кому строить энергию. Похуй, один мех апаю. Так. Так, у меня скаут есть. У меня еще энергия жопу просто пойдет. Тьфу, энергия масса. В смысле? Ну я на реклейме 1000 нареклеймил, и еще сейчас будет реклеймиться. Уже 1000? А, ну да, у меня тоже, в принципе. О, ком. Он ком пошел на остров уже. Блядь, мне тоже надо же идти. Иду комом. А кто комом пошел? Голоцифер. Хорошо. Я пока не вижу больших прям следов присутствия. Он у тебя скаут летает там. Да, но я у него сбил. Как он? Перехватчик. Так, а теперь у меня, кстати, не хватает немного массы. А, не, не, о. 1600. Он мне так в хвост зашел. Что-то я не вижу присутствия Зепа. Не ощущаю. Может, они флот будут делать, слышь, вдвоем. Надо будет проскаутить. Просто как возможность такая, они могут просто взять и начать флот делать. Первый экстрактор готов. У меня еще нет, но я второй еще начал. Ага. И, по-моему, я что-то видел. Ага, опа! Бомбер-то у меня, оказывается. 3 НЖ мне убил ему с ассистами. Блядь, я что-то у него видел. Тоже транспорт. А, его, это его истребители. Какая наивность высадил он там, слышь. У меня уж тут, блядь, фабрики стоят. Ебать, энергии нужно на всю эту хуйню. Гала дропает туда. Так, у меня энергия в минус пошла. Я буду гидрокарбон на острове строить. Остров вообще мой просто. Безоговорочно. А, у меня там ком сидит.
Но у меня все в минус пошло, у меня экстракт рапается просто. Мне сейчас надо будет реклеймить. Ах ты, сука, аврорки идут. Ну-ка, где наши бомберы? Воздух я вроде. У меня 300 энергии, если хочешь что-нибудь там потратить. Круто. Но я не уверен, что это надолго, у меня мелькает просто на 300 и обратно. Но я сейчас еще и гидрокарбон сделаю. Так. Комнаты 2, значит, тапаю. Потом, может, ML буду. Он там пытается. Второй завод только построил. Смотри, уже... к тебе на остров идут. Я уже отправил бомбера. Нужно срочно в Т2 выходить, генератор строить. Если у тебя есть генераторы, то я бы хотел, чтобы ты мне построил, если возможно. Нет, у меня пока нет. Ну, в смысле, может, начал строить уже? Нет, у меня нет пока ничего Т2. Я апаю кома, одновременно апаю воздушную фабрику. Потому что ком у меня не для генераторов там будет. Слушай, блин. У него, он тут воздух свой, можешь это... Вместе? Да, помочь. Ба, стрёмно. Слушай, у тебя меньше, что ли? Ну, конечно, понимаешь, что дело. Меня этот пидор убивает здесь просто, мои наземные войска. Что-то у него эко мало, кстати, у Галы. Так, надо микри. Чё, всё, что ли, я прилетел, называется, да? Ну, блин, да. Ну ладно, нормально, на самом деле, я просто уже похуй, уже прикалываюсь. Всё правильно сделали. Я просто, у меня бомберы летят, короче, один за одним, а зеп убивает, я обратно лечу к себе. Угу. Ну, блин, слушай, что-то мне тут мой спам немножко... Ладно, не парься, главное, не умри комом. Угу, ну я отступаю. Т2 и генератор сейчас будут делать. Парочку. На двоих, чтобы хватило. Сука, там две ртухи все-таки. Я выделил всех инжей на карте. И послал, послал в атак мувом в одну точку. Схавай. Сука. Слушай, а это, кстати... А у него подлодки. Подлодки? Да. Шторбомберы построил. Они за один выстрел хуярят. Thank you.
же вообще, этот реэкстрактор сейчас будет делать, мне некуда массу тратить. У тебя есть два энергии? Первая есть, 300 переливается. Отлично. Но я хотел вообще апгрейд сделать этот самый. Куда они, блять, куда они поперли? Я думал ТМЛ апгрейд сделать, но походу я просто, короче, попру вообще подальше. Так, мне массы не хватает. Или... Блять, мои турбомберы летают где-то на его базе. Можешь вот эти, да, две подлодки вырезать? О, вижу их теперь. Вот теперь я их вижу. Почти-то три мех доделал. Блять, не почти, но... Сейчас Ctrl-K энергию. Блин, надо запомнить, какая у меня клавиша на сразу, короче, Ctrl-K. Instant Ctrl-K или как-то. Я тебе Ctrl-Shift сделал. Не парюсь. Ctrl плюс Shift плюс K, надеюсь. Да. А то звучит как просто Ctrl-Shift нажал и погнало там. Не-не-не. О, я артухи повырезаю чуть-чуть. С этим фрегатиком. Почти готов, ёбаный экстрактор. Вот, все. Инком вообще жесткий. И начинаю ракеты делать. Угал там инженеры что-то ходят. И аэро у него больше, чем у меня, кстати. У меня есть аэро. Потому что, ну ты понял, наверное, почему. Я эко делал. Угу. Блин, я не могу посылать свою арту, короче. Надо спам остановить. И Т2 делать. Так. Так, у меня энергии не хватает вообще. У меня сейчас тоже. Вот сейчас переливается, я перестал делать поменьше аэро, короче. Угу. Смотри, Галацифер, suicide mission. А, вижу. Как бы меня тут еще не замерз, не замерз. Understack. Командер Андерстаг. Это как вообще? Он это Swift Windows делает. Он даже не пытается меня заснайпить или что-то такое. Да-да. А, это же... Сука, это же шара. Ебучая шара. Да похер вообще, я этому ТМЛ уже. Пилот просто вышел. Ну да, чай вот. И
У меня арты сейчас пойдут. А, не, мои все арты, кстати, сдохли. Большинство. Но это не так важно. А, у меня тоже Т3 мех-то делался. Смотри-ка. У тебя гораздо больше. Чего? Чем у меня. Масса-то? Ну да, да, а у них, слушай, у них одинаково вообще. Вначале. Но он это, что-то... Да, я вначале побольше спама. Так, что там? Ну, у меня уже есть этот аватар, можно его поставить. Турнамент чемпион.